Тихо, ты начни делать, Руслан сейчас подключится. Руслан в созерцании, он настраивается, он мантру поет. Давай, начинаем, парни. Давай. Раз, два, молодец, Володь. Русланчик тоже сейчас быстренько соберите парням, помоги, пожалуйста, тут еще. 50 раз надо всего лишь делать. Всего лишь 50 раз, это все ерунда. Для вас, для богатырей, это полтинник, это вообще ни о чем. Делаем. Стараемся меньше отдыхать. Андрюша и Руслан. Андрей, сопли высморкай, с набитым ртом не занимайся. Слезы убери. Все, брат, все хорошо. Нет, все хорошо. Все, занимаемся. Так, колесо тоже сколько раз поделал, не больше минуты. Поехали. Двухэтажно? Да. А я туда не пойду. Кстати, Сергей Геннадьевич, я к вам не пойду. Мне купили новую кровать двухэтажную. Я дом сельчей.
просто мой брат не сел. А, ну да, вот смотри, прикол. Его имя? Руслан, Руслан, не это, не ругайся. Он это кто, Володь? Как зовут мальчика? Ну как его мальчика зовут? Ну познакомься с ним, подойди, познакомься с ним. Почему? Володь, а почему ты не хочешь с ним знакомиться? Это же твой соратник. Это же твой соратник. Это друг, брат и товарищ. Разве нет? Это руслановское полотенце. Это у мальчика, Володь, это у мальчика. Не надо на покрышку. Стоп, стоп, ты Русланчику его отдай. Володь, это у мальчика зовут Руслан. Ну что ж, за все это время не познакомился. Некрасиво, братан. Сейчас отжиматься будем. Не хочу. А, ты куда же ты денешься? Нет. Куда же ты денешься? Я не буду. Мы все отожмемся, будем сильные, да? Нет? Будем да. Сильные, конечно. Вообще, он не знает имени, я знаю. Ну ты-то знаешь, ты молодец. Ты старший, поэтому тебе надо знать. Я а он знаю. Маленький, балуется. Ну, 6 лет тебе, Володь, ты 6 лет? Да, с половиной. Ну, 6 лет с половиной, видишь? Родители должны были научить. Как тебя зовут? Ой-ой-ой, какой самый главный нашелся? Родители были научить, должны, как нас всех зовут. Не, они должны были научить здороваться, дружить. Ну, может быть, научили, но он в силу своего разумения вот так себя ведет. Я таким мальчиком мама не говорила. А какой он мальчик? А мне не говорила дружить с своей. Тихо, парень, не обзывайся. Сейчас еще раз я услышу какой-то наезд в сторону друг друга. Володь, не мешай парням. Сейчас, ты знаешь, в чем весь прикол, не прикол? А, просто ты ходишь мимо, когда они занимаются, и ты создаешь опасность для них. Из-за тебя мы будем отжиматься. Он точнее не будет. Ну, не из-за него, а из-за меня. Если будем отжиматься все. Нет! Только из-за него. Я знаю технику безопасности. Ему объясняли. Меня объясняли. Ну вот. Я объясняю. Ну почему ты не соблюдаешь? Ну он маленький, ему 6,5 лет. Пойдем, Володь, я тебе сейчас еще раз объясню. Сейчас смотри, где ребята занимаются. Я пойду и ладно. Я тебя узнаю, ты будешь плакать. Тих. Что твоя мама с тобой говорит? А, да, ты свои кощупы. Когда занимаются что-то, это очень опасно здесь находиться. Надо подождать, чтобы он сделал. Он еще когда... Пойти делать. А самое крутое, это специально для тебя твоя площадка игровая. Это самое крутое. Сергей Геннадьевич, когда мы говорили... Но он же не специально, он же про это... Сейчас, Андрей, погоди секундочку. Он же говорит про то, что не специально. Он-то маме потом Машечка, прикинь, ты расплачешься, Машечка расплачешься, а потом, если Руслан что-то сделает, ему же стыдно будет. Попросить прощения у тебя и у мамы не проблема, но просто, может быть, вдруг ты ходить не станешь, а мы переживать из-за этого будем. А мне хочется, чтобы все ходили, были дружные, были помогали, были здоровые, конечно, здоровые, честные, смелые, сильные. Говори, Андрей. Вот смотрите, когда Руслан там
ты ребенок, ну 6,5 лет, ну, ты практически в 2 раза старше меня. Ну, братан, ну ты че? Петр Владимирович старше вас в 3 раза. Возраст не имеет значения, можно начать, например, с 5 лет, либо даже с 3 лет, а потом не изменить, просто Сергей Владимирович, а вообще, со скольки лет вопрос, это, заставлять. Заставлять? С самого начала. Ну, вообще, нет. С самого начала, только рождается, надо сразу заставлять. Иногда насильно, мыть нос. А ты своим примером показывай, все будет хорошо. Выспрыкаться сейчас, выспрыкаться. Бегом, выспрыкаться, бегом. А ну, сморкаться надо. Володя. А брат уже вообще играет. Молодец. У тебя полотенце где твое? Выспрыкайся в полотенце, конечно. Володя. Ну что, элементики начнем делать, братан. Давай гантельками позанимаемся. Ему нужно скорее освоить руки опустить. Володь, пойдем, пойдем гантельками. Я хочу вот это поделать. Давай, все делай, красавчик, делай. Тебе нравится качаться? Давай, качайся. Только ножки поднимай, чтобы ты красиво качался. Прям ножки подними, чтобы ты качался далеко-далеко. Не бойся, он на тебя смотрит просто. Он, если что, он тебя поймает, чтобы ты в стекло не улетел. Он вот для чего там рядышком. Да ты что, можно раскачаться и улететь. Давай, ножки поднимай. Качайся, ножки поднимай. Вот, смотри. Прям ножки надо к себе поднять. Да, и качайся, держи. Стрель, 3 годика, братик. Самое главное, себя. Вот сейчас вы опять простаиваете. Ролик, вон он лежит. Ты потерял его? Потерял. Возьми, пожалуйста. Парни, каждую минуту своего времени, пожалуйста, тратите. А я занимаю. Володь, только не балуйся. Не балуйся. Покатай 25 раз, сделай. 25. Каждую минуту своего времени пробуем, экспериментируем, двигаемся, придумываем. Вращения крутые, всякие, на них висят. Ниже. Но не становись, старайся не ложиться. До того момента, до которого ты еще держишься. Старайся не плюхаться. Ну хотя бы ладно, хотя бы так. Молодец, уже что-то делает. Парень, ну реально тяжело. 6 лет. Я себя помню юным, но мне было просто всегда интересно это. Я помню ребят было, кому... Блин, им даже было лень умыться. Представляете, им даже было лень ходить чумазые. То есть каждому свое, но надо воспитывать. Например, Андрюхе лень выспаться. Русланчику лень носовой платочек с собой носить. Он молодец, полотенце носит, это хорошее.